Всем привет, снова с вами я. Ну и хочу спросить, как вы думаете, что это? Вот что это? Ну я вам скажу, это посылка, которая уходит в Россию с усилителем. Вот, немножко, конечно, большая получилась. Вот, ну, размер вроде бы не важен, главное, чтобы она не больше 10 килограмм весила. Вот. Значит, сегодняшнее видео хочу, значит, посвятить мобильнику. Значит, я тут сегодня купил телефон. Купил, не нашел. Сегодня не находки, сегодня покупки. Вот. Купил вот такой вот, как говорят у вас в России, бюджетник. Короче, заплатил я 119 евро. Вот. И значит, это у нас Acer. Acer Liquid Z6. Вот такой вот телефон, значит, ну, еще раз говорю, как у вас называют, бюджетник, да? Вот, ну, сейчас вот хочу вместе с вами посмотреть, что же нам тут предлагают в ИС. Вот. Ага. В комплекте идет вот такая вот фигня. Причем прикольная такая. Довольно-таки симпатичная. Видно, да? Вот. Сейчас я, наверное, камеру поставлю по-другому, чтобы было лучше видно. И буду конкретно показывать вам. Значит, вот такая вот фигня у нас идет к ней, такая чехольчик, да, чехол, довольно таки хороший квалитет, я так понимаю, что это даже кожа. В общем, по крайней мере, приятная и мягкая на ощупь. Вот что у нас дальше. Дальше у нас вот такая вот фигня. А, это у нас пленка защитная. Вот, тут написано, что Schutzglas. Это даже не пленка, а глаз. Как бы это стекло, да? Ну, сейчас я открою. Вот. И посмотрим, что здесь. Вот она открывается. И у нас здесь, да, это стекло, это не просто пленка, это как стекло защитное. Ну и здесь еще какая-то фигня, наверное, тряпочка. Откроем, посмотрим. Да, это прежде чем, наверное, прежде чем наклеить это стекло, нужно вот этим всем вытереть. Вот, и здесь у нас, ага, абсоргер. Это для того, чтобы снять со стекла мелкие пылинки и так далее. Ну, оставлю вот так пока. Пока мы это не будем делать. Вот, ну, в общем, вот такая фигня у нас есть. Комплектация неплохая, скажем. Вот, теперь, значит, откроем сам мобильник. Все так хорошо заклеено. Ну что? Вот. И вот.
Значит, открываем, смотрим конкретно сам телефон. Так, сейчас я опущу ниже. Наверное, опущу ниже и подниму чуть-чуть выше, чтобы мне камера не мешала. Так я еще не снимал, но попробую. Значит, что у нас? У нас телефон, сам телефон идет. Очень даже красиво запакован. Вот так вот он в фольге. Вот такой у нас телефончик сам. Ну да, это, конечно же, пластмасс. Вот он, Acer или Acer. Вот, что у нас еще идет к нему? Значит, к нему идет это наушники. Довольно-таки нормальные. Вот. Ну, понятно. Блок питания. Это провод. Тоже понятно, да? Нормальный обычный провод. Здесь у нас вся на него шняга, чтобы почитать. Вот она. Целые три книжки, блин. Вот. Ну и вот такая вот батарея на него. И, кстати, батарея, сейчас я вам скажу. О, батарея 7,4. Короче, 3,7 вольт, ну понятно, да? Вот, и 7,4 у него стоит ВХ. Понимаете, о чем я говорю? 7,4 это очень много, хочу заметить. Ну, 2000 микроампер часов. 2000. Вот, я что-то сначала зарубился и подумал, что это 7000 как раз ампер штундов. Вот, но это не так. Что у нас тут и как у нас тут батарею-то достают теперь? Очень хорошо было бы это узнать. Угу. Вот отсюда это достается. О, наконец-то. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть один слот для диска, мини-диска, ну как это, флеш-карта. И два слота для сим-карт, мини-слоты. Вот, ну, сим-карту мы сейчас не будем вставлять. А попробуем его запустить так. Вот так вот он одевается и так вот он закрывается. Все на этом. Вот, пленочку я пока не буду, наверное, снимать или не знаю, сейчас посмотрим. Вот он стартанул. Значит, тут стоит у него 8 мегапиксель камера. Ну вот он сейчас стартует. Вот. Нет, наверное, пленочку сниму. Все равно я его буду оставлять себе. Это мне будет замена моего Lenovo. Вот. Ну что, сейчас подождем, он стартанется.
А мы пока посмотрим вот эту вот штучку. Здесь очень даже интересно. Здесь можно вставлять карточки сюда. По-моему, здесь тоже есть место для чего-то. Ну и для самого мобильника. Эта штука, я так понимаю, для того, чтобы на ремень его одевать. Но этого уже давно никто не делает. Все это фигня. Поэтому как бы это для понту. Вот. Что там написано, я не понимаю. Командер. Командер написано. Командер. Да, командер. Вот. Такая сумочка приятная. Вот, ну что, он пишет нам welcome. Вот. Пробуем его. Значит, English. Так, надо взять в руки. Вот. Нет. Нам надо назад и выбрать язык немецкий. И вот теперь понеслась. Значит, что мы здесь делаем? Да, здесь нажимаем дальше. Вот. Здесь он нам пытается предложить, чтобы мы ему Wi-Fi включили, но мы этого тоже пока делать не будем. Вот. И сим-карту мы тоже перепрыгнем. Здесь VLAN Wi-Fi хочет, чтобы я поставил. Нет, мы его будем перепрыгивать. Вот, теперь, значит, время он хочет нам поставить. Мы тоже не будем ставить время. Потом, когда я поставлю, подключу Wi-Fi, все само включится, поэтому не будем это делать. Это тоже я не буду делать. И, значит, нет. Здесь нажмем вот так. Да. Что здесь у нас? Дальше нажмем. И нажимаем. Все, значит, вот он пишет. Алло, привет и так далее. Вот. Значит, вот так нажимаем. Ну, он сейчас просит, чтобы я ему добавил город, в котором я живу и так далее. Ну вот, в руках довольно-таки прилично смотрится и довольно-таки... Так, Цуласен оставляем. И так оставляем. Значит, вот, очень даже прилично смотрится в руке. Такой приятный на ощупь. Прикольный дисплей такой у него тоже приятный и ну, реагирует он тоже классно. Вот что дальше. Сейчас зайдем в Einstellungen. Значит, камера у него 8 мегов. Вот, ну вот так вот это смотрится примерно. Можно сделать вот так вот фотку. Ну, вот так фотка получилась. Нормально, качество такое. Нормально. Хорошее качество. Вот. Значит, у этого мобильника, я уже прочитал, там у него стоит 8 гигабайт памяти. Вот. А мы сейчас зайдем к нему в настройки. И, значит... Вот сюда зайдем и посмотрим, что у нас здесь. Модель номер Т09, Android 6 версии. 5 сентября 2016 года.
Ну и тут, значит, вот они еще даты. Kernel version 3.18.19+. Короче, все вот эти вот его анштеллинги можете видеть, да? Значит, что хочу сказать. Единственное, у него, ну, как бы для бюджетника это нормально, значит. 8 гигабайт у него памяти своей, но можно, конечно же, поставить микрокарту. Вот. Микрошпайхер-карту. И RAM-шпайхер у него, то есть оперативная память у него 1 гигабайт. Хотелось бы, конечно, побольше немножко. 2 гигабайта. Но, в принципе, я уже, ну, как бы по себе знаю, что я не особый такой фанат телефонов. И мне телефон больше нужен для дела, а не для того, чтобы там играть в нем игрушки и так далее. Поэтому, как бы я, мне этой памяти 1 гигабайт хватает. Мне нужно туда то, что мне нужно. А это, ну, буквально 4-5 апсов, мне, которые я всегда пользуюсь, которые мне нужны. Остальное мне ничего не надо, в принципе. Поэтому, в принципе, меня не напрягает, что у него 1 гигабайт памяти. Вот. Ну что, если сейчас посмотреть, что у него еще есть, допустим, да, то вот у него Acer навигацион есть. И что у него есть? Какие-то, короче, эпсы тут много, их тоже, да? Вот, ну и естественно, что, конечно, надо все изучать и смотреть, что это. Ну вот я вижу, YouTube уже есть. Потом мне нужен здесь eBay. Не знаю, он есть тут или нет. Нет, наверное, нет его здесь. Ну, галерея, камера, понятно. Вот этот Cars можно убрать, короче, немножко места освободить. Вот, вот эти игрушки, которые здесь есть, они мне нафиг не нужны. Вот, значит, мне сюда нужно WhatsApp, eBay. Потом для YouTube студио программ. Ну и там еще парочку. Больше мне ничего не надо, поэтому, в принципе, не напрягает меня. Ну, вот так вот этот телефон, значит, смотрится. Так, ничего лишнего, такой, ну, нормальный, короче, телефончик. В общем, скажем так, я доволен. За 119 евро это довольно-таки приличная покупка. Вот. Здесь сейчас мы вот так вот проверим, закрыт ли он. Вот. Ну и сейчас у меня тут на камере тоже пленка. Надо ее убрать. Я, кстати, фотографию делал без пленкой. А она там не нужна, по-моему. Так. Вот, не могу я теперь отодрать. Она как бы торчит чуть-чуть. А добраться ногтями до нее не могу. Поэтому надо чего-то взять. Сейчас я возьму специальную штучку. Да блин, я тут не подковырнешь даже такой штукой. Вот делают, а.
представляете, не могу пленочку эту подцепить. Ладно, не буду подцеплять потом, а то сейчас видео тут затягивается. Значит, что, вот так вот его вставляем в нашу сумочку. Вот, и вот так он смотрится. Что он типит нельзя бифонсом дизайн. Окей. Давай. И век. Значит, вот, вот такой у него, короче, интерфейс. Ну, довольно-таки, я скажу, нормальный, прикольный телефончик. Вот так мы закрываем здесь на магнитике. Ну и вот так вот можно его с собой носить. Значит, вот такой у нас сегодня куплен телефон. 119 евро, небольшие деньги. Поэтому я скажу, что за эти деньги мне покупка нравится. Новый телефон совершенно. Поэтому все нормально, я доволен. Вот. Пишите комментарии по поводу и без повода. Вот. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ну и всем удачи и до следующего видео.